faith in humanity. Остров Макин. Один только песок и небольшая военная база японцев. Разведотряд Миллера высадился там почти неделю назад. С тех пор от них нет никаких вестей. Ждать мы не будем. Отправляемся туда, хотя, скорее всего, все они уже погибли. Если слухи о японцах правдивы, смерть – лучшее, что ждало их на острове. Думаешь, если ты молчишь, это значит, что ты сильный? Ты не сильный. Ты просто упрямый. Ничего им не говори! Черт побери! Все американцы такие. Убейте обоих! Пошел ты к черту! И самого Цюкунай! Миллер, слава богу, ты в порядке! Они у нас заплатят за все, что сделали! Ублюдки! Хватай винтовку! Наведем шукер! Ройбу! Дай сигнал ударной группе! Мы идем! Пошел! Пошел! Правый план! На левый план! Выходим! Шевелить! Помогите Райану! Уберите его от меня! Поищите его! Всем держать позиции! Хорошо сработали, морпехи! Пошли! Получил! Нравится! Ты говна кусок! Хорошая работа, морпехи! Отделение поддержки высаживается прямо впереди. Пошли! От этого места у меня мурашки по коже. Тодзи, в этом дерьме как дома. Ушки на макушке. А это еще что за хрень? О, смотри! То ли храм, то ли еще какое-то дерьмо. Дерьмо! Мина-ловушка! Держаться! Держаться! Отделение поддержки будет здесь с минуты на минуту. Займите местность, ребята. Дерьмо! Их накрыли! Пулемет! Их прижали к берегу! Японская пехота идет по реке с запада! Ройбу! Пулемет на правом фланге! Пошли! Брат, ты гаси этот прожектор! Хороший выстрел! Ты труп! Слушайте, хочу пройти через все это быстро и чисто! Вы слышите меня? Быстро и чисто! Будьте настороже! Что за черт? Кто убил этих парней? Запросите по радио, не проходил ли здесь перед нами другой отряд. Засада! Вперед! Целитесь! Без проблем! Вытащите его отсюда! Рада! Братья! Сделано!
Все! Граната! Ройбук, заводи грузовик! Миллер, проделай дыру в этой бочке! Сайонара, приятель! Пошел, пошел! Впереди высаживается отделение Хадсона! Это наша точка выброски! Вражеская граната! Ройбу! Сорви этот склад боеприпасов! Миллер, поддержи меня! Давайте, пошли! Несколько минут до взрыва. Заряды установлены. Мы уходим. Быстро! Салливан, надо, чтобы Джерри поставил Лодки! Взрыватели. Живо! Мы должны добраться до точки высадки как можно быстрее. Заряды готовы к подрыву. Миллер, пошел! Давай со мной. Они вот туда! Они повсюду. Попался! Держись тут, с тобой все будет в порядке. А где же фейерверк? Только не говорите, что все взрыватели да, испорчены. Лучше не надо. После штурма Макина мы планируем атаку на остров Пелелиу. Наша задача — захватить аэродром и подорвать систему снабжения противника. Здесь у нас не только старые знакомые, но и новобранцы. Среди знакомых лиц Миллер, сержант Салливан и я. Нас называют стариками, а ведь каждому из нас нет даже 30. Время! Удачи всем вам! Так оно и есть. Держитесь вместе, и мы разделаемся со всем этим дня за три. Вон они. Ублюдки даже не поймут, что их убило. Флот выбивает дерьмо из этого острова два дня подряд. Миллер, как только мы подаем сопротивление на плацдарме, ты садишься на радио и запрашиваешь огневую поддержку. Ройбук, я хочу, чтобы ты как можно быстрее проверил место высадки до линии деревьев. Будь на позиции, когда мы двинемся вглубь. Что за черт? Это был один из наших! Твою мать! Восточный хребет! 200-миллиметровый миномет на позиции! Они уничтожили еще один транспортер! Быстро! Пригнуться! 20 Слышите секунд! Слышите меня? Держись, парень! Нам надо убрать эту штуку! А, дерьмо! Водила, опускай аппарат! Они могут навестись на нас в любой момент! Это корал! Мы напоролись! Опускай аппарель! А, вот ты, Миллер! Еще покажи, старина! Вот тот же здесь оборонительная линия прямо за деревьями. У нас тут тяжелый пулемет простреливает весь плацдарм! Вызови ракетный удар по их позиции! Живо! Заградительный огонь высокоэффективный. Вейко 8-1, азимут 35, дистанция 28, залп. Хорошая работа, Мортим. Перегруппироваться по линии деревьев. Пошел! Откуда ведется огонь? Не дай им прицелиться в тебя! А ну, пошел! Ну. Пошел! Что, черт побери, пошло не так!
Даже не предполагалось, что мы встретим там сопротивление! Ракетный удар, должно быть, слегка успокоил их. Всем лежать! Что нам делать? Мы сдвигаемся! Алер! Ищите сержанта! Всем Дерьмо! Оставаться на чеку! Сними их оттуда! Пулеметное гнездо! Ложись! Живо! Огнеметчик! Вперед! На подходе японские войска! Примкнуть штыки! Если припрет, пустите их в дело! Веселее! Прорвемся с этих позиций! Левый фланг! Вокруг бункера! Пулемет! Сики атакуют! Хорошо! Они не собираются сидеть! Откуда их? Дорожи их! Еще один готов! Всем прижать! Перегруппируемся у грузовика! С этого момента всем тщательно просматривайте! Они могут быть где угодно! Стой! Следуй за мной! Миллер! Нам надо захватить их врасплох! Огонь! Ройбов, Миллер, хорошая работа! Давайте покончим с этим. Пошли! Японский пулеметчик! Ура! Вверх по лестнице! Я иду за тобой! Дерево! Минометный окоп позади нас! Они прижали наших к земле! Доберись до этих пулеметов и сделай их! Они приближаются! Вражеские танки! Вызови ракеты! Они направляются сюда! Уберись, придурок! Координаты получены. Танки! Цель поражена. Приближается вражеская пехота! Замечательно, Морпити! Просто черт меня дери! Волшебно! Хорошая работа, ребята. Внимание на меня! Что дальше, Сардж? Зачистить местность! Ожидать дальнейших приказов от майора. А все остальное когда? Скоро, Полонский. Скоро. Нет! Салливан! Нет! Держись! Все будет в порядке! Санитара! Всех нас шокировала гибель Салливана. Никто такого не ожидал. До сих пор не верится. Самый крепкий, надежный, отважный морпех из всех. Какая-то доля секунды, и он мертв. Теперь все зависит только от меня. В этой операции я возглавлю этих ребят. Моих братьев. Зенитные орудия на аэродроме Пелелиум открыли огонь по нашим самолетам. Наша задача — захватить этот аэродром. Любой ценой. Наши скоро собираются отправить его тело домой, в Штаты. Я-то думал, что Салливан наверняка поедет домой. Мы позволили себе расслабиться, Полонский. Так, ну и что теперь? Тодзио зацепились к западу от нас и держатся крепко. Прямая дорога ведет в жерло японских пушек. Мы обойдем с фланга. Придется попотеть, но ничего, не помрем. Мы объединимся с пятым, когда пройдем через это болото. Оставаться на стороже. Бедняга, его должно быть сняли этим утром. Фюзеляж еще дымится. Поищите выживших. Он весь чем-то опутан. Дерьмо! Гранаты! Стреляй! Ловушка! Дерьмо! На дно проблему! Они приближаются! Банда! Тенуэда! Банда! Засада! Сдерживать их! Это ловушка! Каким уродом надо быть, чтобы минировать убитых? Еще одна чертова засада! Они повсюду! Натяни его!
Кажется, мы опоздали. Пятерка уже кого-то дерет в задницу. Пулеметы в бункерах впереди. Пехота засела прямо перед ними. Рядовой, гранату туда, живо! Все вперед! Пошел, пошел! Захватить ту позицию! Все! Внимание на меня! Так точно! Выжигай! Из огнемета их! Браво! Сейчас рванет! Сваливай отсюда! Черт бы вас подрал! Всем гореть, маленькие ублюдки! Выдвигаемся! Враг приближается! В укрытие! Быстрее! Держаться вместе! Аэродром заполнили отсюда, к северу! А, дерьмо! Ублюдки, только что убили еще одного! Понял! Они в траве! Дерьмо! Вон там! Враг окопался в административном здании! Помоги мне отнести его! У меня ведь пулемет! Правда? А что происходит? Седьмой взвод подходит с севера! Их танки пытаются пробиться к аэродрому! Там просто кошмарная бойня идет! Мартышки тот же держатся! Нас прижало пулеметным огнем, сволочь, со второго этажа! Есть идеи, сержант? Да. Впереди сгоревший грузовик. Миллер, Алонсо. Вражеский пулемет! На втором этаже! Японский пулеметчик! На одну проблему меньше! Миллер, заряди винтовочную гранату и вытряхни птичку из гнездышка! Вот тебе! Сдохни, сдох! Они уже близко! Убоги! Распилс, как лапы! Враг наступает! Но! Нам нужен путь! Вперед! Здание! Не дайте им прийти в себя! Сбросим их отсюда! Прикройте глаза! Понял! Я знаю, они рядом! Мы почти там! Держитесь вместе! Последние удары мы захватим аэродром! Они ушли! Черт! Это не так-то просто! Просто не было никогда! Но мы сможем сделать это, Полонский, да? Помоги мне отнести его! Вот они! Выбегайте! Уройте эти силушки! Сегодня мы, наконец, возьмем аэродром! Нет! Филипп, займись расчетом первого оружия! Готовы! Осталось еще три! Давай! Второй расчет готов! Не ослаблять напор! Мы почти рядом! Остались еще две! Пошел! Они приближаются! Внимание! Они приближаются! Прямо в Добейте последнюю, пока мы не поменяли еще больше птичек! Спокойной ночи! Тебе не больно? Классная работа, морпехи! Надо передать Гордону хорошие новости. Эти твари почти нас мы поимели! Я аэродром. Просто не было на Макине, Полонский! Сержант, нас проблемы! Не на такое способны. Сэр, замечено передвижение подкрепления японцев к северу от аэродрома. Немедленно запросить поддержку с воздуха. Да, сэр, вас понял.
Все на позиции. Смотреть в оба. Не расслабляться! Мы должны удержать этот аэродром! К ним подходят подкрепления! Понял! На подходе грузовики с пехотой! Откуда, черт подери, к ним идут подкрепления? Они подтягивают танки! Филлер, разберись с транспортной зениткой! У тех ящика! Эй, залезаю! Спокойно, я тебя прикрою! Вражеское подкрепление! Где враги? Это целый чертов конвой! Вытащите его отсюда! Господня! Да, сэр. Мы удержали аэродром. Повторяю, аэродром остался в наших руках. Фашистский Рейн – опухоль на теле Европы. Он опустошает ее, подобно чуме. И в беспощадный поход по чужим землям унес жизни многих мужчин, женщин и детей. С гордыней фюрера может сравниться лишь жестокость солдат Рейна. То были страшные дни немецкой осады Сталинграда. Мне нужна твоя помощь. Делай все, что я говорю. Мы отомстим за эту резню. У меня рука ранена. Я не смогу прицелиться. Ты должен сделать это за меня. Бери винтовку и следи за дорогой. Вон тот мудак в машине, генерал Генрих Амсель. Это ему мы обязаны Сталинградской битвой. Это он несет ответственность за хладнокровное убийство мужчин, женщин и детей. И не только здесь, а по всей территории нашей Родины. Вот уже 3 дня я на него охочусь. Вот уже 3 дня он жив только благодаря своей невероятной удаче. Снайперский огонь по противнику сродни охоте на любого другого зверя. Нажмешь курок в неподходящий момент и навсегда упустишь свой шанс. Терпение. Если люди Амселя поймут, где мы, этот фонтан станет нашей могилой. Так, заряжай винтовку, но огонь пока не открывай. Подожди, пока бомбардировщики не окажутся прямо над нами. Их шум заглушит звук выстрела. Готов? Огонь!
прямо. Осторожно, собака. Отлично, ты прирожденный охотник. Пора закончить дело. Сюда. Черт. Вооруженный патруль. Нужно найти другой способ подобраться к Ансе. Не высовывайся и следуй за мной. Сюда, пока они не увидели труп. Уже несколько дней я прячусь в тени, как крыса. Когда-то здесь любили собираться друзья. Здесь встречались возлюбленные. Когда-то, давным-давно. Попомни мое слово, товарищ. Когда-нибудь все изменится. Бои будут вестись на их земле. Страдать будет их народ. Литься будет их кровь. Сюда. Знание повадок твоей жертвы повышает шансы на удачную охоту. Генерал Амсель не изменяет своим привычкам. Каждый день он проверяет все немецкие гарнизоны. Он проезжает мимо этого здания. Снайпер! Внутрь, живо! Сволочь, чуть меня не задел. Мы не сможем продолжать, пока не избавимся от него. Следуй за мной. Выстрел был с того берега. Вон там, в здании со знаменами. Поиграем в кошки-мышки. Я заставлю его выстрелить еще раз. Смотри внимательно. При выстреле будет вспышка. Готов? Давай. Второй этаж! Справа! Отличная охота! Патрульные наверняка слышали выстрелы. Надо спешить! Немецкий патруль. Пусть пройдут. Коммунисты! Они нас заметили. Уходим, живо! Ложись! Они пытаются нас выкурить. Держись ближе к полу. Задержи дыхание. Они окружают здание! Коммунисты! Мы должны торопиться! Быстрее наверх! Быстрее, пока мы тут не сгорели заживо! Друг мой, позволь пожать тебе руку. Ты нужен мне живым. Нужно найти выход. Броневик снаружи. Бежим, пока нас не убили. Прыгай, пошел.
Ich Infanterie! Her mit dem Flammenwerfer! Verbrennt diese Russenschweine! Дмитрий, мы думали, ты погиб в бою на площади. На площади он был, но он не погиб. Мы собираемся штурмовать связной пост к северу отсюда. Хорошо, так мы помешаем фрицам вызвать подкрепление. Мы с Дмитрием обеспечим прикрытие сверху. Сигналом будут крики подыхающих немцев. Дим, сюда, по лестнице. Сюда, товарищи. Займите позиции и ожидайте сигнала. Не стрелять! Видишь огнеметы? Нужно выбрать правильный момент. Взорвав топливный бак, можно поджечь всех, кто находится рядом с ним. Ха-ха! Отлично стреляешь, Дмитрий! Прикроем наших товарищей внизу! Сейчас же! Еще один огнемет! Взорви его! Увидимся в аду! Быстро приведи врача! Они отступают! Вперед! Ура! Наши друзья поднимаются. Нам нужно сделать то же самое. На лестницу, быстрее! Пехота, огонь по ним! Прекращай огонь! Прикрывай наших друзей! В атаку! Они захватили связной пост. Амсель попытается сбежать. Живее! Отрежем ему путь к отступлению. За мной! Я знаю отличную снайперскую позицию с видом на командный пост. Не стрелять! Мы слишком близко к нашей цели, чтобы выдавать свою позицию. Мы ничего не сможем сделать для наших товарищей. Их жертвы будут отпущены. Смерть генерала Амселя — это только начало. Смотри прямо. Здание, украшенное флагами, — это немецкий командный пост. Скоро появится генерал Амсель. Стрельба привлечет его внимание. Трус! Вот он! Черт! Он не один! Расстрели башку его телохранителю! Этот мудак прячется за подбитым танком! Амсель уходит! Ха-ха! Димка, а ты меткий стрелок! Нас будут искать, надо уходить. Живее, пока снова не стали палить из танков. Сдохните, мерзкие твари, сдохните! Давай воду, Дима, это наш последний шанс. Пошел! Проходим немцев 10-1. Волна за волной. Наша пехота идет на укрепление, защищая путь бронетехники. Как
только мы захватим Зиеловские высоты, путь на Берлин будет открыт. И тогда мы кровью взыщем долг за всех погибших. Tot stinken sie noch erbärmlicher. Kommt, lasst uns hier verschwinden, bevor sie nochmal angreifen. Töten wir sie, genau wie diese dreckigen Schweine. Was gefunden? Nur billigen Plunder, der sie wohl an ihre Heimat erinnern sollte. Nein! Russisches Schwein, du hättest lieber tot bleiben sollen! Was ist das? Дмитрий? Чернов, прикончи этих крыс! Ты снова обвел смерть вокруг пальца! Наши танки готовы прорвать этот рубеж и сокрушить Берлин! Чернов, я не слышу выстрел! Нет необходимости, сержант! Они истекают кровью, им не выжить. В таком случае, может, наш друг захочет ускорить их кончину? Поджечь пшеницу! Они не уйдут! Огонь! Мы должны стрелять им в спину! В спину! В живот! В голову! Куда хотите! Только прикончим! Они Видишь, как все изменилось, приятель? Теперь это их территория, их народ и их кровь. Не поднимайся! Тебе башку просто! Бей их! Бей, как поганых крыс! Оттесняй их! Воду! Хильфе! Залезешь из трупного немца! Я держу их на ножке! Быстро! Перезаряжаю! Прямо внизу немецкий пулеметчик. Кидайте бутылки, пусть они сгорят на месте. Фашистские войска! Давай! Наверху, на балконе, панцершрек. Из-за огня мы не можем продолжить наступление. Защитить танки! Стреляй из панцершрека! Подходят немецкие танки! Готовьтесь! Стреляй из гранатомета! Их танки против тебя бессильны! Герой Сталинграда! Огонь! Продолжай, пока не подожжешь их всех! Еще танки! Дмитрий, я смотрю, меткость у тебя до сих пор на высоте. Ты мог бы многому у него научиться, Чернов. Ломай дверь! Трусы попрятались по углам, но мы их найдем! Черт, еще один танк! Дмитрий, разгрызни! Стреляй из панцершрека! Залетаются! Внимание! Танкам! Сержант Резнов, вам, похоже, нравится их убивать. Я видел, как мои друзья умирают передо мной от руки этого паразита. Эти сволочи и не такое заслужили. Тим, поедешь в одном из танков. Тебе нужно отдохнуть. Ты это заслужил. Чернов, а ты нет. Пойдешь пешком.
открыто. Танки дальше не пройдут. Как-нибудь пройдут. Вот и все, товарищи бойцы. В атаку! Наши танки! Нам надо зачистить эти траншеи и разобраться со всеми минометными окопами! Подготовить огнемет! Ложись! На том холме пулемет! Он косит наших ребят! Поставить дымовую завесу! А то он нас в лоскуты порвет! Бросай дымовуху! Бросаю гранату! Понял! Живо! Забрать! Пошел! Порядок! А теперь разберемся с ними! Сюда! Следи в оба! Первая минометная позиция прямо впереди! Иди разберись с ней, Миллер! Я этих ублюдков по запаху чую! Они уже близко! Костяки! Они уже близко! Месту я! Сыкотили! Помощь! У нас потери! Один готов, идем дальше! Занять высоту! Следовать за мной! Больше! Следующий минометный окоп там! Жги их! Они приближаются! Орбит! Граната, уходим, живо! Шевелите! Сэр, минометы противника нейтрализованы. Танки уже в пути. Танки на подходе! Передай по радио. Мы зачистили позиции минометов. Хорошая работа, Морфи. Наши достижения дались нам гораздо труднее, чем мы могли себе представить. При захвате аэродрома и минометных окопов стало ясно, что враг будет биться до последнего. Противник занял позицию в джунглях и пещерах, окружающих вершину, где установлены тяжелые орудия. Захватим их, и пилили у нас. Двухсотмиллиметровый миномет со своей позиции еще держит плацдарм под прицелом. Мы уже видели, что бывает, когда он бьет по берегу. Любая попытка перебросить подкрепление окончится тем же самым. Гребаная кровавая баня! Да, так вот. Майор Гордон запретил высаживаться до тех пор, пока с артиллерией не будет покончено. А теперь слушайте. У Тодзё тут целая сеть туннелей и пещер, идущих сквозь всю эту проклятую скалу. Мы попытаемся выкурить их оттуда собаками. Но мы ведь все знаем, до чего упорны эти ублюдки. Готовьтесь к рукопашке. Они налетят сразу со всех сторон. Прикрывайте друг другу спину. Не попадайтесь им. Не помните, пехота! Укрытие! Живо! Они подтягивают артиллерию с северо-востока! Ложись! Нам надо выдвинуться и перебить их! Идем вдоль русской реки! Обойдем их с фланга!
Киллер, разберись с трехствольной зениткой! Клянь в бункер слева! Убедись, что там чисто! Пока неплохо, морпехи! Двигайтесь вдоль оврага! Следите за деревьями! Держись! Знаешь, что мы здесь? Всем пригнуться! Наши танки, наверное, смогут прикрыть нас, когда мы подойдем к холму. А зачистить пещеры уже наша работа. Оставайтесь в укрытии, пока они не закончатся. Что нам делать? Граната! Приближайтесь! Следите за огнем противника! Держитесь позади танка! Конечно! Берегись! Граната! Я знаю, они рядом! Понял вас! Зачистить эти пещеры! Я эти ублюдки по запаху чую! Они уже близко! Вызывай штаб! Черт побери! И скольких морпехов мы потеряли в боях за эту скалу? Уже слишком многих. Сообщи майору Гибсону, артиллерия на позиции полностью уничтожена. Да, сэр. Мы потеряли множество отважных бойцов, но их жертва не была напрасной. Наши танковые части представляют собой такую стальную силу, которая без труда сокрушит фашистские войска. Сегодня мы станем свидетелями падения Зиела, а также всех глупцов, что посмеют встать на нашем пути. Отважные солдаты 3-й ударной армии, товарищи! Сегодня мы прорываем германскую линию обороны! Прорвитесь к железнодорожной станции! Дима, готовь огнемет! Отлично! А теперь внимательно посмотри на тех крыс на горизонте. Первая зенитка, юго-восток! Они сгорят сегодня первыми! Жаль из огнемета! Испепели! Внимание, товарищи! Прорвитесь и ликвидируйте фашистскую радиовышку! Вперед! Идите по дороге на северо-запад! Давай огонь! Немецкие танки! Поворачивай справа! Броневик, давай вправо! Хорошая работа, Дмитрий. Теперь им не вызвать подкрепление. Хватит трепаться, мы должны прорваться к станции. Еще гранатометы! Прямо! Разнеси эти чертовы башни! Прямо! Станция почти у нас в руках! Пока наши ястребы сеют смерть с неба, сокрушим их последнее прибежище! Королевский тигр, давай вправо! Стреляй!
Это же к башне! Прямо! Ура! Товарищи, победа за нами! На Берлин! Ура! Судьба улыбается нам! Я убил! Когда мы дойдем до Берлина, немцы узнают, что за зверя они разбудили. Среди пуль, крови и смерти я узнал, что мой старый друг еще жив. Дмитрий Петренко! Я видел, как этот человек раз за разом обманывал смерть во время осады Сталинграда. И пока он жив, дух этой армии не будет сломлен. Мы все гордимся им. Красная армия захватила Зиеловские высоты. Путь к Берлину открыт! Каждым днем все глубже мы прорубаемся на территорию врага. С каждым днем их страх и отчаяние усиливаются. Когда мы дойдем до Берлина, им уже негде будет спрятаться. Фюрера! Катюши разгромят Берлин! Уничтожат его! И вы пулями, штыками, голыми руками то же самое сделаете с их солдатами! В атаку! Вперед! Они взрывают наши танки! Разумеется, Чернов! Но им некуда бежать! Пулеметчик! Оставаться в укрытии! Панцертрек! Сосредоточенный огонь! Прорываем оборону! Есть! Сержант, здесь есть выжившие! Эти звери беспощадно терзали нашу родину! Пощады им пощады не будет! Вперед! Конечно! Шевелитесь, свиньи! Повернитесь к нам лицом, трусы! Дай! Питер! Викий Мунц! Питер! Питер! Их питерзы! Как же нам продвигаться вперед? А, с помощью грубой силы, Чернов! Грубой силы! Вперед! Шевелитесь! Обстрел из панцерштрегов! Из приюта! Разберитесь этим! Разделиться! Вы четверо пойдете через борт! Остальные очистить улицу! Здесь отовсюду несет ужасом и безумием. Только безумцы могут надеяться нас победить. Вперед! Продолжайте убивать! Сюда, наверх! Дмитрий, хватай дробовик! Будем сражаться на короткой дистанции!
Конечно! Бегом! Что-нибудь слышите? Нет. Это-то и подозрительно. Всем быть начеку. Товарищи, наши танки идут! Прячься за стальбом! Да! Ты первый! Не сиди с этим! Прикрой меня! Этому хватит! Быстро принял врача! Немецкая свинья! Снова вижу! Надо всем об этом рассказать! Жители Берлина, стальное кольцо сужается вокруг вашего города! Мы сокрушим каждого, кто посмеет сопротивляться бойцам Красной Армии! Сложите оружие! Выходите на улицу! Вас никто не спасет! Ура! Заряжаю! Мы стиснули черное сердце Берлина стальной хваткой. Фюрер приказал защищать город до последней капли крови. Старикам, подросткам, раненым. Если они хотят постоять за Германию, они умрут за Германию. Дом за домом, комнату за комнатой, очистим город от крыс. Дмитрий, ты готов? Töten Sie mich nicht! Просит пощады! Ты не заслуживаешь пощады! А ты пощадил наш народ? Сейчас ты умрешь! Стой! Он может нам помочь! Помочь? Пусть лучше за нас умрет! Мудак! Это не война, это убийство! Этим и заканчиваются войны! Это безумие! Наши снаряды уничтожают город! Заходи! Тише, захватим их врасплох. Die russischen Soldaten rücken immer weiter vor. Wir sind fast vollständig umsingelt. Unsere Lage ist aussichtslos. Ist das, was ich den General erklären sollte? Das sollte dem General eigentlich selbst klar sein. Es sei denn, er ist genauso arrogant wie der Führer. Sie werden die Tunnel überschwemmen. Da sind sie! Убейте! Фашистские войска! Все чисто! Ракучие щебенки! Держись ближе к полу. Из-за дыма будет трудно дышать. Почти ничего не вижу. Я задыхаюсь. Жалобы тут не помогут. Просто держись ближе к полу. В Сталинграде нам с Димкой не раз приходилось пробираться по задымленным помещениям. Ты слышал, чтобы он жаловался? За мной! К тому моменту, как война закончится, Берлин превратится в руины. Я его убил! Он нам не будет оставаться у танков! Фальтик инфантри! Гейн деку! Санитейка! Прямо впереди пулеметы! На третьем этаже! Идем! Oh!
все мертвы. Чернов, что это тут творится? Эти люди пытаются сдаться. Оглянись вокруг себя, Чернов. Ты хочешь отказать этим людям вместе? Смерть бывает лишь двух видов. Быстрая и медленная. Дмитрий, выбор за тобой. Надо было их пристрелить, Чернов. Жестоко растягивать страдания животных. Быстрее, в метро! Сюда! Для тебя все кончено! Готовьтесь! Продолжать огонь! Не надо открыть ворота! Заело! Зараза! Не подпускайте их! Что это за шум? Ответный огонь! Прикройте меня! Черт! Я почти все! Быстрее, сержант! Дмитрий, берегись! Готово! Боже! Битва на Пелелиу завершилась в ноябре 1944 года. На 3 месяца позднее, чем должна была. Когда мы отправились на Окинаву, тот аэродром стал одним из главных наших преимуществ в этой кампании. Среди дислоцированных там войск были черные кошки ВМС США. Эти ребята были готовы пожертвовать всем, лишь бы не бросить нас на произвол судьбы во вражеских водах. Вот, они приближаются. Ага, я их вижу. Ландри, устанавливай связь. Майор Гордон, обнаружен объект. Японское торговое судно без опознавательных знаков. Пункт назначения неизвестен. Вероятно, они поставляют снаряжение противнику на Окинаве. Запрашиваю разрешение открыть огонь. Подтверждаю. Эти суда — часть вражеской боевой машины. Разрешаю открыть огонь. Конец связи. Вас понял. Лафлин, Лок, по местам. Начинаем наведение на цель. Открыть огонь! Нифига себе! Нет, ты видел этот мир? Ответный катер потоплен! Давай к задней турели, мы под пулеметным огнем! Поставляют снаряжение. Судно доверху набито боеприпасами. Так, держать. Подхода на палубе. Уничтожить их! Заходим на второй круг. Вас понял. Артиллерию при первом заходе. Иду на маневр. Все, держитесь. Черт! Чуть не погибли. Лок! Сейчас!
Только не говорите, что мы потеряли пулеметчика! Он в порядке! На кой ляп торговым судам столько оружия? Парни, видны у них груз. Нужно спускаться ниже линии огня артиллерии. Не могу как следует прицелиться. Понял. Они открыли пулеметный огонь. И спать от этих драных ветеров. Они представляют наибольшую угрозу. Риск слишком высокий. Сворачиваем операцию. Нет, мы справимся. Первый двигатель дымится. Молодец, Лок. Опускаемся. Лок, Лафлин, продолжать огонь. Стреляй по этим драным прожекторам. Торпедный катер выведен из строя! Вот это попадание! Еще немного, и мы потеряем двигатель! Японские катера! 90 градусов слева! Левый турель! Отличная стрельба! Иди сюда, говнюки! Попадание! Один на цель, Лок! Прямое попадание! Черт, у них явно есть повреждения, но они все еще на плаву. Постараюсь подобраться максимально близко. Пора завязывать. Это последний круг. Со всеми разобрались. О, да! Они идут ко дну. Отлично, Лок. Ты спас немало жизней на Окинаве. Здесь нам больше делать нечего. Набирай высоту. Возвращаемся на базу. Вас понял. На последнем заходе нас подстрелили, Бут. Подтверждаю, Хаммерхед. У вас тут второй двигатель задымил. По приборам пока не все критично. Думаю, мы продержимся, если больше не будет сюрпризов с противником. Вот черт! Капитан, мы приняли сигнал бедствия. Флот был атакован на пути к Окинаве. Они вызывают поддержку с воздуха. Половина кораблей уже идет ко дну. Как минимум один транспорт уже пошел ко дну. Ясно. Лок, задраивай под фюзеляжный люк. Мы спускаемся на воду. Отправляемся за нашими ребятами. Черт, ты это слышишь? Зеро, прямо под нами. Постарайся сбить как можно больше этих чертовых истребителей. Открывай огонь, Лок! Свяжись по рации с флотом. Скажи им, что японцы направляются прямо к ним! Нам приближаются Зеро! Быстро приближаются! 30 градусов слева! Ниже! Зеро падает! Теперь мы сами по себе.
Пустите, пожалуйста, сюда! Прекрасно! Перво! 90 градусов справа! Выше! Зараза! Еще катера! 150 градусов справа! Это черная кошка! Мантарей 54! Флот уничтожен! Повторяю! Флот уничтожен! Многочисленные жертвы! Люди за бортом! Мы под обстрелом вражеских истребителей! Запрашиваю подкрепление! Андрей, на службе поддержки что-нибудь слышно? Це ночь! Будем надеяться, они появятся! Не спасть от этих драных катеров! Проклятие! Помоги, пожалуйста, сюда! Нет ответа! Черт, нам надо уходить! Черт, помоги, пожалуйста, мы не можем сюда. Бросить здесь людей! Шлюхи мне, отродья! 90 градусов слева! О, Боже! Помоги, пожалуйста, сюда! О, Боже! 150 градусов слева! 60 градусов слева! О, Боже! Генерал, сбить! И спать от этих драных генералов! Осторожно! Слева! Справа! Не останавливайся! 30 градусов справа! Черт подери, у меня все! Правая турель без патронов! Огневые точки по левому борту без патронов! Прекрасно! Дерьмо! Патронов больше нет! Левая турель без патронов! Путь! Нам надо выбираться отсюда! Здесь кружит слишком много зеро! Молитесь, чтобы хватило запасов передней турели! Лок, у нас каждый патрон на счету! Прямо по курсу! BBB-54, на связи Heaven-26. Направляемся к вам. 90 градусов слева. Держите текущий курс. Мы со всем разберемся. Возвращайтесь на базу. Андрей, подготовка к взлету. Лапсман, подлатай нас насколько сможешь. Ясно. Летаем. Что там у нас? Слишком много было чертовых зеро! Мы спасли всего троих! Так, летим домой. Аллилуйя, твою мать! Доложите обстановку. Несколько жутких месяцев на Окинаве сделали свое дело. Дух солдат упал. Во всем виноват и дождь, сэр. Танки постоянно застревают. Припасов недостаточно. Мы не можем даже эвакуировать раненых. Так точно, сэр. Вас понял. Я сообщу ребятам. Здесь. Мы выдвигаемся. Что происходит? Майор Гордон приказал начать еще одну атаку на укрепление за хребтом.
Как насчет снабжения? Все будет. Когда? Просто залезь на эту гору, Полонский! Тут везде снайперы! Ответный огонь! Биллер, выжигай траву! Бежи! Внимание! Они приближаются! Чертов пулемет накрывает весь район! Биллер, давай дым! Японский пулеметчик! Санитара сюда! Пошли! Теперь они нас не видят! Зачистить тот бункер! Банзай! Продолжай меня прикрывать! Сайонара, приятель! Лежать! У нас три бункера ведут огонь! Биллер, обойди их с фланга и зачисти! Биллер, бросай взрывчатку! А? Бир! Уходи оттуда! Полезай туда, Миллер! И что нам делать? Мы продолжаем движение, Полонский! Идем дальше! Так точно! Наши танки выдвигаются. Конвой должен быть недалеко. Наступаем позади. Наступаем живее! Вы... Вот они! Ягода! Подай! Постарайся не отставать, ладно? Я иду прямо за тобой! Наступаем! Вперед! Идут прямо на нас! Старайка! Старайка! Не пропустите позиции минометов над нами! Они приближаются! Великолепно, морпехи! Просто черт побери, шикарно! А теперь давайте выберемся из этой проклятой дыры и окажем помощь нашим раненым! Миллер! Сюда! Быстро! Держись, пацан! Мы тебя отсюда вытащим! Помогите мне положить его в грузовик! Мы выдвигаемся! Ты уходишь? У нас скоро патроны кончатся! Неплохо, да? Все не так уж плохо! Ты это слышал, сержант? Мы ни гранаты не получим до завтрашнего утра! Дерьмо собачье! Мыслите позитивно! После этого вас парни наверняка... Да? Так мы и думали после Пелелиу! Все, что от нас требовалось. Мы молились, лежа в окопах, чтобы проснуться живыми. Мы ползком пробирались по грязи, пока над нашими головами свистели пули. Но это последний раз, когда нам придется рисковать жизнью. Это последний оплот противника. Захватив замок Сюри, мы сможем отправиться домой. Все мы. Как уже было сказано, главные силы отошли на северный хребет. Но я хочу, чтобы каждый здесь был готов к бою. Как только сбросят припасы, мы выходим. Вот оно! Пошли! К контейнерам! Бегом марш! Внимательно смотрите в траве, на деревьях, в каждой чертовой дыре, где может засесть маленький Тодзи. Наши самолеты разбомбили тут все к чертовой матери. Они вернутся, как только дозаправятся и получат боеприпасы. А пока остались только мы. Это все, что у нас есть. Разделите между собой. Дерьмо! Снайпер! Где они, черт побери?
Гнуйра! Подай! Они обложили мешками с песком! Смотри внимательно! В траве! Больше он не встанет! Там, наверху! На деревьях! Снимите их! Всем оставаться на чеку! Гаубицы! Все в укрытие! Продолжать огонь! Перезаряжаю! Черт побери! Залезайте в бункеры! Что-то они слишком быстро вычислили наши позиции. Наверняка в туннелях засели корректировщики. Надо пришить их. Прихлопни их. Иди туда, Миля! Ну-кай! Готовы к набрить. Удачи! Мы перегруппируемся на той стороне. Он от всех на потом хокай состояли. Югай! Алекса коптай! Давай, поторопись! Газ! Быстрее! Быстрее! Паучьи ямы! Ищите еще! Вверх по лестницам! Ворота! Я иду прямо за тобой! Держись рядом со мной! Вперед! Мы углубляемся внутрь замка! У меня кончаются патроны! Что найдешь! Если надо, берите оружие противника! Граната! Уходим! Живо! Они приближаются! Окей, мы почти там. Самолеты уже в пути, они помогут нам. Хорошо, они здесь все к чертям разнесут. Пушки на макушке обходят с фланга по обеим сторонам. Зачистить каждый угол в этом дворике. Разделитесь и разберитесь с ними. Сюда! Сержант, тяни. Целься. Огонь! Миллер! Тому пулемету! Зачистить район! Подвал же повторять! Вражеская преграда! Яблочко! Ай, поторопись! Прикройте глаза! Хорошо держится! Сержант! Мы засекли их передвижение! Прекратить огонь! Полонский, обыщи его! На землю! Живо! Руки вверх! Дерьмо! Миллер! Райбок! Миллер! Они убили сержанта! Ублюдки убили его! Вы, сукины дети! Держать оборону! Удай! Так точно! Вперёд! Живо! К нам вы, вонючие твари! Японская пехота! Доступен авиаудар. Ты слышал? Вызывай чертовы самолеты! Подтверждаю. Пусть ублюдков нахрен разнесут! Пулемет! 45 секунд. Без проблем! Он там! Продолжать огонь! Цель поражена! Цель поражена! Наконец-то! Сейчас секунд. Же! Черт! Их там десятки! Идеальный выстрел! У нас потери! 5 секунд. Конечно! Готов нанести удар с воздуха. Мы под обстрелом! Координаты получены. В укрытии! Нужен морфин! 45 секунд.
продолжать огонь! Цель поражена. Нравится! На нас валит толпа пехоты! 30 секунд. Где брать? Орут свой гребаный бонзай! 5 секунд. Огневое прикрытие! Готов нанести удар с воздуха. Миллер! Вызывай удар с воздуха! Живо! Координаты получены. Это еще не все! 45 секунд. Будет сделано! Цель поражена. Они идут прямо на нас! Приворачивайся! Они справа от нас! Черт! Все кончено. Мы сделали это. Все кончено. Мы сделали все, что от нас требовалось. Мы молились, лежа в окопах, чтобы проснуться живыми. Мы ползком пробирались по грязи, пока над нашими головами свистели пули. Это последний оплот противника. Захватив замок Сюри, мы сможем отправиться домой. Все мы. Войска Красной Армии окружают Рейхстаг. Здание парламента – последний оплот фашистского рейха. Мы уничтожим на этих улицах каждого, кто посмеет встать на нашем пути. Участие в этой великой битве – огромная честь для любого бойца. Наше знамя над городом станет символом поражения и унижения противника. Возмездие свершится. Все будет хорошо. Слышишь меня? Они затопили свое метро, пытаясь убить нас, Дмитрий. И снова им не повезло. И снова мы обманули смерть. Все будет хорошо. Отдохни пару минут, отдышись. В мирное время косили пшеницу и рожь. Мы кровь отчизны. Думаешь, это нам поможет вернуться домой? Писать про войну вместо того, чтобы воевать? Гадов в их собственной крови. Никто не будет это читать. Если у тебя кишка тонка убивать за родину, то, по крайней мере, покажи, что ты готов умереть за нее. Сержант, займите левый фланг и убивайте каждого гада, который будет сопротивляться! Проверить все здания! Есть, товарищ комиссар! Вы все слышали, товарищи? Налево! Еще несколько часов, и Берлин падет. У каждого из нас своя роль. Веди черну! Фрицы вешают трусов на деревьях. За знамя отвечаешь головой, черный. Огонь по тому зданию! Первым пасом! Окружаем здание с обеих сторон! Дмитрий, за мной! В окно! Пошел! Нашим танкам придется искать обходной путь. Мы пойдем напрямую. Дать сигнал. Скоро все будет кончено. Готовьтесь! Иди вперед! Граната!
одной разобрались, осталось три. Так держать, Дмитрий. Еще одна пушка уничтожена. Осталось еще две. Отбросить их! В него попали! Перезарядите оружие! Кладобуда! За мной! Они не сдаются! Укрытие! Коммунисты! Чернов! Нет! Дима! Кто-нибудь, помолитесь за него! Заходим! Вы за этим пришли! Убейте их! Сотрите их в порошок! Путь к нашей великой победе был устлан телами павших. Но это было необходимо. Когда знамя нашей отчизны будет реять над Рейхстагом, весь Берлин узнает, что фашистский рейх окончательно стер с лица земли. 30 апреля 1945 года. Когда Резнов первый раз завел разговор о Дмитрии, он рассказывал о герое, о том, с кого мы должны брать пример. Зверство, которое он называл героизмом, признак не человека, а дикаря. Но я видел героев, других героев. Готовьтесь, товарищи! Нас ждет последний рывок к победе! Сегодня мы сокрушим остатки фашистского рейха. Родина примет нас в свои объятия как героев. Наш народ, наша страна ждет. Это наша кровь. Родина ждет от вас последние услуги. ССовцы, охраняющие здание, будут биться до последнего вздоха. Сегодня вечером наше знамя будет реять над этим городом. Заряжаю! Еще пулеметчики! Огонь из панцершреков! Они жизнью готовы защищать свои позиции! Правый фланг! На балкон! У нас заряжаю! Потери! Огонь из панцершреков! Они слабеют! Заряжаю! Огонь из панцершреков! Голову пригни! Фрицам подошло подкрепление! Рядом с Орлом! Около Орла! Дмитрий, разберись с ним! Хватайте панцершреки! Сосредоточенный огонь! Помогите этому человеку! Достоин лучшего! Коммунисты!
Подобно этому символу их упадка падет их прогнивший рейд. Навались! Ее держат с той стороны! Нужна помощь! Вперед! Все в двери! Должно быть, крыша уже близко, а мы далеко зашли. Сбросим этих тварей через край! Сержант, наши товарищи из заднего эшелона заходят в здание! Пусть разбираются с тем, что осталось. Мы должны прорываться вперед, к победе! Недолго еще биться кровожадному сердцу фашистской империи. На балконах, там, наверху! Не дать им добраться до знаменосца! Конечно! Им некуда отступать! Вперед! Расчищайте дорогу для знамени! Дай всем знать, что мы победили! Дмитрий! У тебя получится, дружище! У тебя всегда получается. Только ты достоин такой чести. Пока ты жив, нашу армию не сломить. Когда-нибудь все изменится, дружище. Родина примет нас в свои объятия как героев. The solemn General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The victory won in the West must now be won in the East. Wish for freedom, tolerance, and justice.